Вы же все знаете, там вот такой-то у меня вопрос. Вот. Так мастер коммунальной организации Венера Минигалимова после своей работы помогает решать еще вопросы своих соседей. Женщина возглавляет территориальное общественное самоуправление в поселке Актюбинский Ознакаевского района. Непосредственно выходим на связь с начальством, ну какая организация вот нужна, вот, и сразу же оказываем помощь или помощь там. Недавно вот у нас погорельцы были, собрали вот сумму материальной помощи, предоставили технику. Таких активистов и самых деятельных управленцев сегодня отметили республиканскими грантами. Денежные поощрения получили 120 объединений граждан. Им выплатили от 160 до 665 тысяч рублей. Чемпионскую медаль среди столичных объединений получил ТОС Савинова. В микрорайоне МЖК казанцы уже 10 лет занимаются благоустройством своих дворов, проводят массовые мероприятия и добиваются строительства социальных объектов. Собственно, реальная работа, вы знаете как, это на самом деле вовлеченность людей в решение своих проблем. Во-первых, сами люди участвуют, вот проблемы есть по дому, в подъезде, во дворе. В Татарстане сейчас более 300 ТОСов. Как отмечают, их число и активность из года в год растет. Так самоорганизовались уже около 40% жителей республики. Сегодня я хочу поздравить всех участников, всех победителей конкурса. Такая активность ежедневная, настойчивость, это на самом деле непросто. Я думаю, все, кто в этом зале сидит, они это себе представляют. Сегодня можно сказать, что в республике ТОС представляет собой внушительную силу. Главное, вот эти средства, как говорят, коня корм, они очень эффективно, рационально используются. Денежные призы руководители ТОСов собираются потратить на общественные нужды, в особенности на весеннее обновление своих микрорайонов и поселков. Дмитрий Айрин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.